Сегодня у самой крупной школы Чебоксар, 61-й, появился новый корпус. Здесь создали все условия для профильного образования. Теперь это одно из самых инновационных учебных заведений города. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Открытие филиала школы для города – редкий случай. Это необходимо для того, чтобы снять нагрузку на основной корпус. Более 1800 ребят здесь обучаются в две смены. Решить эту проблему регионам поможет национальный проект, отметил председатель правительства Иван Моторин. Главная задача, которая является ликвидировать вторую смену образовательных учреждений. Надеюсь, что с вводом этой школы мы сможем разгрузить основное здание 61-й школы. На этом республика останавливаться не будет. В ближайшие годы в городе Чебоксары будет вводиться много новых школ. В новом корпусе будут обучаться старшие классы. Всего более 500 человек. Здание было капитально отремонтировано. Раньше здесь располагалась вечерняя школа. Подрядчики заменили коммунальные сети, обновили фасад, благоустроили спортивную площадку. На эти цели направили порядка 90 миллионов рублей. У школы появились и меценаты. Открытие нового корпуса нашей школы, оснащенного современным учебным оборудованием, расширит возможности наших учащихся получать качественное образование. И самое главное, в этом здании у нас появится возможность реализовать нашу мечту, наш новый проект, который называется «Инженерно-техническая школа». В рамках этого проекта ребят будут обучать преподаватели вузов и специалисты предприятий. Так, шефскую помощь в школе оказывает завод имени Чапаева. Ученики здесь постигают и азы цифровой экономики. В новом корпусе оборудовали современные лаборатории. Информатика – это любимый предмет наших детей. Они показывают замечательные успехи в различных профессиональных конкурсах. Junior Skills, IT Professional. Школа приобрела новые роботы, и вот мы сейчас с ними пробуем их запрограммировать, собрать и, в общем-то, готовимся к соревнованиям. Среди учеников школы немало призеров и финалистов Всероссийской Олимпиады. Но то ли еще будет? Здесь ты действительно себя чувствуешь как дома. Эта школа дает тебе развиваться в правильном направлении, и ты можешь действительно достигнуть больших успехов. Классы очень светлые, красивые, уютные в них. Будет очень приятно учиться нам, и с нетерпением ждем начала нового учебного года, чтобы туда же хочется лучше учиться. Здесь стараются быть первыми и в науке, и в творчестве. Вот в актовом зале репетируют номера для очередного фестиваля. Баскетбольная команда школы готовится к чемпионату. В пришкольном дворе проходит пленэр. В новом корпусе намерены открыть классы дизайна. Это направление, оно у нас уже лет 20. И очень много детей, которые поступили уже на дизайнерские отделения в вузы, в художественные училища, ну, в разные места, не только в Чебоксарах. Лучшие картины учеников займут свое место в галерее школы. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.